Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новая королевская битва на Android под названием «Легендарная Рояль». Ну, если в переводе так перевести, то получается типа «Легендарная Рояль». Ну, так же и получается. Так, «Легендарная королевская битва». Ну, я так не думаю, что она прям легендарная, но сейчас мы посмотрим на нее. Так, настройки качества стоит высокое. Что это? Автопикап. Контроль, ну, в общем, все стоит. Так, это что у нас, персонажи? Смотрите, какие персонажи тут есть. Вау, вау. Давайте его выберем. Есть оружие, очень много различных категорий. Там автоматы, дробовики, мега-оружие. Все дела, вот снайперки есть. Но нужны уровни, чтобы это все открыть. И есть у нас кейсы, где вы будете их открывать. Нажимаем на пой, идет поиск игры. Сейчас будем с вами сражаться в этой легендарной королевской битвой. Битве, да. Ссылочка в описании, а также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Вот так вот медленно сказал, ну, пока время просто идет, а то быстро бы сказал, а потом бы молчали бы, да. Ну, тут опять придется мне что-то говорить, идет время, 32... 33, давай. Вот мой персонаж, потому что сейчас, как вы знаете, коронавирус, и этот скин подходит вообще идеально, мне кажется. Вот так, давайте пока покрутимся, повертимся, да, идет поиск игры. Ох ты, наконец-то что-то нашлось, а что нашлось, сейчас мы посмотрим. А, тут надо опять ждать. Старт игры через секунду, и все, начали играть. Так, что я вижу? Вид от первого лица. Ух ты, какое резкое движение я делаю. Так, мы могем, да, бегать мы можем. Так, что еще? Так, это что за кнопочка? Так, так, стреляем. Так, автоматическая стрельба, да? Это автоматическая стрельба. Начинаем опять стрелять. Я не помню, почему они все исчезают. Так, здесь что, присест? Прыг-скок, и вот опять стрельба. Ого, нас убили. Быстро. Что-то я не понял, где здесь вообще королевская битва, где здесь вообще что-то похожее на королевское, или что-то на легендарное. Здесь что-то все крутится, вертится, непонятно, что происходит. Так, давайте возьмем другое оружие. Можно ли это сделать? Нет, надо было выбирать, когда вот мы начинали с вами играть, надо было выбирать. Это все. А, вот. А, тут-то типа этого, как его? Сейчас объясню. Сейчас убью кого-нибудь. Так, что ты не стреляешь? Почему? Да ё-моё, подождите, дайте мне разобраться. Я только начал играть в эту игру. Нет, мне начинают уже стрелять. Давай, сейчас поиграем. Сейчас я настроюсь. Сейчас. Что ты поиграть хочешь? Давай, сейчас поиграем с тобой. Сейчас тоже кто-то в камуфляже бегает. Так, давай стреляем. Так, убили. Что-то вы поиграть хотели? Давайте поиграем. Давай. Так, отходим назад, нас видят. Так, спасибо, кто-то убил его. Так, начинаем стрелять. Нет, не надо. Давай, поиграем. Чё ты убегаешь, а? Неприятно, когда быстро убивают, да? Так, ты свой или наш? Это наш. Вон противник. Так, прицел. Почему? Чё ты не стреляешь? Что такое, ребята? Что тут творится? Что-то вообще непонятная какая-то легенда рояль. Вообще ни о чем. Не могу понять, что за битвы происходит. Думал, что-то похожее на королевскую битву, но на самом деле вообще не королевское что-то, да? Просто шутер от первого лица. Так, подходим вверх. Залазим сюда. Ух ты, много всего боеприпасов мы взяли. Тут как можно больше ты убил, и когда респауниваешься, ты получаешь новое оружие. Типа гонка вооружений. Есть такой вот режим, да? Здесь практически то же самое. Так, а где мой автомат? Так, вот, начинаем стрелять. Чё вы стоите? Замерли, не стреляйте. А, во, наконец-то меня убили. Я думал, вы все зависли нормально. Хотя бы хоть кто-то... О, дробовичок, ребят, новый дробовичок. Ну-ка, его нужно протестировать. Так, тух. Тух. Не, с дробовиком на расстоянии это не игра. Надо вблизи. Вот она. Так, вот она мощность. Давай, перезарядка. Хоп, давай, стреляй. Помпика перезарядь. Тэм, бэм,
еще один выстрел. Сейчас, на тебе. Ха-ха. Нормально, что, поиграем, да? Поиграем? Нормально поиграем сейчас. Как вы меня вначале убивали, я даже разобраться не мог. Это, наверное, новички, которые сейчас только пришли в эту игру, еще не поняли вообще, что за рояль, что за легенд. Вообще непонятно, как и я был вначале. А сейчас я уже разыгрался и могу их разносить. Давай, первый пошел. Так, новое у меня оружие, как вы заметили, да? О, быстро, что-то зарядка. Патроны быстро кончаются. Давай, стреляй, 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 стреляй. Делай, делай, красавец. Едем дальше. Пока что все на пляже. Так, 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 что-то подождите, здесь что, ой, это свой, нормально, 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 давай, атакуй, атакуй, я же жду, что ты стоишь, атакуй, это противник, видишь, он противник, это противник, как объяснить своему игроку, что это противник и надо стрелять, ну ладно, поймет потом, ну-ка, сейчас посмотрим, так, вох ты, кто-то стоит здесь, давай, 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 что-то я еще, знаете, что не понял. С кем я играю? С ботами или с игроками? Ну, как бы игра требует подключения к интернету, и мы искали реальных игроков. По сути-то, надеемся, что это реальные игроки, а не боты. Так, что там по FPS-у? Ну, вроде пока нормально, да? Так, бежим дальше, бежим дальше. Зависания в игре могут происходить не из-за вашего телефона, а за подключение к вашему интернету. Ух ты, нифига у меня пушечка, посмотрите, какая она мощная. Нормально. Опаня, сзади кто-то стреляет. А кто стреляет? Кто стреляет? Ты же стреляешь, да? Кто убил? Я или я? А, он или я? Так. Я просто не могу понять, кто есть кто. Я вообще с начала игры еще ничего не понял. Ладно. Ладно, ладно, нормально все. Че вы? Подумайте, не разобрался. Так, меня убили. Все понятно, че вы. Камуфляж, камуфляж, воюет. Здесь все равно автоматическая стрельба, я думаю, в настройках можно изменить автоматической стрельбы на не на автоматическую, на ручную, и тогда будете нормально, в принципе, играть. Вот, здесь что-то закрывается, посмотрите, какой-то цикл. Во, мы победили, тут режим, получается, гонка вооружений, повторюсь еще раз, мы победили, мы продолжаем стрелять, тут идет подсчет всех моих данных, ранг, дамаг, убийств, 13 убийств у меня, ну, в принципе, нормально для новичка, игра, как бы сказать, на любителя, да, поэтому ссылочку оставлю в описании все-таки. И там уже, если понравится, качаете, если нет, то не качаете, это всегда так было, поэтому... Смотрите сами. А также, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.